Ты хотел еще дополнить? Да, и вообще, скажем так, кто мы такие в этом государстве, да? Да мы никто, по сути. Нас никто людьми не считает. Есть такие, так, да, скажем, мажорчики, средние люди, есть никто, которые ничего в этой жизни не стоят. Но я хочу, блядь, да я бы лично бы сделал бы так, чтобы все это сделалось как-то равноправно. Вы знаете, я, может, сейчас лишнего говорю немного. Ну, люди, которые... Короче. Люди, которые в Единой Украине не могут даже себе на жилье заработать, у которых никаких перспектив нет, не могут жить в такой стране. Нам не нужна такая страна. Я хотел сказать это по-умному. Говори. Благодаря Гене, спасибо, конечно, мне подсказал. Каким образом это сделать? Мы, да кто, нас никто ни во что не ставит. Мы не можем этого сделать никак. Чисто потому, что мы никто. У нас нет денег. И мы не можем, у нас нет своей репутации. У нас нет... А почему ее нету? Потому что есть люди, которые работают на заводе, которые... есть люди, которые работают где-то в какой-то фирме, которые ЧП имеют, да, свое какое-то с 90-х годов, там, да, еще там сказано, как бы было бы. Блять, да мы не можем ни хрена сделать. В России люди могут взять ипотеку этого лимы и платить ее. Да вот ебать, и 20 лет, которые они платят, ебать, за нее. Так мы этого не можем сделать. Нам никто этого ничего не дает. Какой смысл заводить детей? Я бы хотел бы завести своего личного ребенка. Да, какой личного ребенка? Так глупо говорю, извините меня, пожалуйста. Не личного ребенка, а просто своего ребенка завести. Я бы хотел бы завести, ну, чтобы у меня была девочка. Я бы назвал бы Саша. И чтобы ей было где жить, где баловаться, где гуляться, где, блядь, побои порвать. Ну. Но есть только один способ. А у нас есть один способ. Только, построить, блядь, свое социально справедливое государство. Да. И все, этот вариант только на Новороссии будет.